Ну что ж, ариару народу, микрофон Мамору, и это новая серия по такой увлекательной игрушке, как RimWorld. Что лечение где? Ну я понимаю, что нужно лечение. Чего у тебя по здоровью? Ожоги, да. У нас технологии вообще изучать, но нет. Почему? Без одежды. Ну это понятно. Без нервного срыва у Сани. Почему у тебя нервный срыв? Устала, средняя боль, неприятное место. Я же хочу спать вместе с Джордан. В чем проблема? Джордан? Джордан? Вперед, спать вместе с Джордан у вас будет. Я думал, давно спите, но что-то решил тупануть. Ой, это плохо. Так, стоять. Теперь нужно будет отменить вот это все. И строить из гранита. То есть вот это все надо будет заделать гранитом. А также нужно будет все это выкопать. Потому что все это нужно будет опять-таки заделать гранитом. Почему пельмени без одежды? Почему пельмени? Точно. Я же все продал. Так, нужно будет сделать штаны. Штучек 10. Почему нет? Почему растение погибло? Пес узнает. Так, это плохо. Это плохо. Все боевые готовность сюда. Все, разбегайтесь. Ричан, спасти индюка. Спасай индюка. У нас и так индюков нет. Спасай индюка. Я поздравляю, что ты можешь ходить, но... Не надо его тренировать. А, ты начал уже лечить. Все, замечательно. Все, ты в порядке? Надеюсь, ты свои функции не потерял. Репродуктивные. Голос животного. О, яйцо. Так, брать его нельзя. Оплодотворенное яйцо единки. Я просто хочу, чтобы оно вылупилось. Пожалуйста, сделайте так, чтобы оно вылупилось. Хотя бы одно. Типа, нам нужны индейки. И я думаю, что над тем, чтобы одно... Ты куда пошел? Едой кормишь. Молодец, вообще способный. Так, Джордан, перенеси, пока есть возможность. И его тоже запрещаем. Минус 2, то 13. Вообще замечательно тепло сохраняется. Тем более, насколько я знаю, аккумулятор тоже дает некоторое тепло, и это замечательно. Правда, они дают дебаф к... В принципе, дебаф дают. От этого никуда не деться. Никуда не деться. Лицо 2%. Ну ладно. Пока развивайтесь, это очень замечательно. Пока идут дела неплохо. Также нужно будет приказать им... Нет, срезать вот это все безобразие нужно будет срезать. Что нахрена оно тут растет? Никто не знает. Гул женского пола. У нас даже из-за гула даже никто дебаф, допустим, пиола. Персона. Слабый гул и настроение практически не падает. Хорошая спальня, потому что у нас благоприятные условия для проживания, и нас даже никто не жалуется. Пожалуй, нужно вот этот еще выкопать. Все, начать уже выкапывать. Но с одним учетом то, что раз, два, три, четыре, пять, вот это все не выкапывается. Пока нет. Кто может быть, да. Так, еще вот так вот, все. То есть это начнется выкапываться, и все будет замечательно. Замечательно, пивоварение у нас исследовалось. Пожалуй, я водяный генератор буду использовать. Сейчас. А это я все сейчас засаживаю хмелем. Ладно, давайте сначала высадим хмель. Построим здесь вот... Не знаю. Хотя, думаю, я сделаю специальное место. Думаю, где-нибудь... Почему бы и нет сделать специальную из гранита комнатку. Раз, два, три, четыре, пять. 5 на 5. Раз, два, три, четыре, пять. Такую вот комнатку. Нет, не из дерева, потому что мы уже пройдены горьким опытом. Здесь я сделаю, даже не знаю, как его сделать лучше. Хотя вот так вот сделаем. 2 3 4 5. Все, закрываем это так вот, строим. И здесь вот будут у нас температура, кондиционер. Хотя одного хватит на такую небольшую комнатку. Также нужно будет покрытие сделать, скажем, из дерева. Почему бы нет?
типа здесь достаточно будет температур, чтобы не горе, не сгорело ничего. А тут покрытие будет из гранита. Гранита. Да. Все, вперед. Типа здесь у нас будет брожит, все будет бродиться, то есть будет бродить у нас пиво, а тут у нас оно будет складироваться и складироваться сам хмель. И также тут разрешаем сеять. Ребят, подорвались. Потому что сейчас разрастется все. Я не понимаю, как в минус 3 может быть пожар. Все. Я надеюсь, что что хотя бы вылупится, это раз, а во-вторых, хотя бы вылупятся индейки. Типа, именно сами индюшки, типа, девушки. Ну, как, это сложно объяснить. Так, вот это вот закрываем. Закрываем. А это пусть открыто будет. Да ладно, зима пришла. То есть уже снежок выпал. Неплохо, неплохо. Открытая область, где? А еще область открытая, класс. Надо построить крышу, чё ж. Давайте сделаем сейчас небольшой... Ничего сделал? Ничего не сделал. Уменьшить область вот эту вот надо. Это раз. Потому что нужно сделать тут особый склад. Только для ткани. Вот ткань. И синткань, и гипертткань максимальный приоритет. А тут мы это запрещаем. Типа синткань, девоткань, этот. Все. Замечательно. Думаю, у нас ребята смекнут, что нужно делать и как. И будут этим заниматься. А Кэнди беременна. Я не могу этому нарадоваться просто. Шикарно. 60 дней. Я вот думаю, нужно ли делать специальный склад для того, чтобы это все охлаждалось дело у нас. Тихо-тихо-тихо, так-так-так, я отвлекся. А тем временем у нас налет. Они нападают немедленно? В смысле? Так, стоять. Так-так-так, проснули все. Пельмень. Сюда, Риман. То, что дождь неплохо, конечно. Сюда с револьвером. Сюда с револьвером. У пельмени лук, ладно. С ножом. Сюда, Спиди. Будешь на подстраховке сюда. Сеня. Сеня сюда. Босс. Сиркусину луку сюда, чужан, она, и ты сюда. Все, замечательно. Подорвались, подорвались, подорвались. Быстрее, 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 быстрее. А, Спиди. Нет, синь, 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 направляйся. Окей. Готово. Смотрим. Атаковать. Как с коктейлем молотова в первую очередь. Давайте, давайте, давайте. Успейте, вынести, успейте его вынести. Все, замечательно. Вынесли. В одного стреляем. Еще в одного стреляем. Добиваем. Стреляем, пока можем. Все. Можете делать, что хотите, и поэтому все. Добивать, думаю, бежать и добивать их нету смысла особого. Нужно будет сделать здесь, вот скажем, не из мрамора, лучше из гранита, потому что гранита больше. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И... Ну, мраморные двери, пофиг, ладно. 58%. Я уже не могу дождаться, когда они вылупятся, наконец. В принципе, можно трубу муфла приручить. Стоит ли она того, я не знаю. Зачем нам бук-крыса? Крысу. Сеня, давай. Вот зачем ее приручать? Все. Домашняя область. Подорвались. Потому что если пожар уже зайдется, будет плохо. Все. И уничтожаем эту домашнюю область. Занимайся своими делами. Снова область открыть. Класс. Еще один раз. Охренеть тут место. Ну ладно. Пускай будет. Также нужно будет сейчас производство. Бочки для брожения поставить вот таким вот хотя бы образом.
Да, не особо не так разобрать. Построить копию вот здесь вот. Строить копию вот здесь вот. Ладно. Примем займись этим. Также нужно будет здесь сделать вот так дверь. Выход, чтобы проход был. Так, скульптор. Бродяга вышибала 2 пирата 24. Один бродяга вышибала 2 пирата и 4 стервятника. Скульптор. Ладно, пускай. Умер по здоровью. Болезнь Альцгеймера. Катаракта. Шрам от пули, слабость. Средняя боль. Так. Искусство. Ну понятно, искусство, ты понятно. Простая работа, ремесло. Так, иди вон отсюда. Принимать, изгнать. Да, подтвердить. Окей, все. Так, теперь поселение изгнан. 6 дней, без проблем. Типа, блин, она максимально плохая, 69 лет и то есть, вообще без проблем. А что вы делаете сейчас? Вы сразу нападаете, окей. Собрались. Раз сюда. Так, пельмень. Сюда. Речан. Сюда. Давайте быстрее, 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 быстрее. По местам, по местам, по местам. Я сейчас прогадал, и, возможно, мое поселение получит плюля. Давайте, давайте, давайте. Ну, надо сейчас быстрее из них стрелять, потому что, возможно... Чё же вы такие живучие-то? Добиваем их. Лечите все... Все лечиться. Все лечиться. Дробовик, дробовик. Этот раз, этот раз, этот раз, этот раз. Жордан, перенеси трупы, господи. Перенести, перенести. Нет, не раздел... Так, стоять. Переноси трупы. Что такое медленное? По здоровью? А, под кайф. О, господи. Задолбал быть пайка назначение никаких наркотиков. Хватит тебе расслабляться, думаю, у тебя из жизни так прогнаться. Крокус. Личан. Нет, 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 ты... Крокус. Ах, почему я тебя Крокус называю, если ты Кроус? Не знаешь? Я тоже не знаю. Полечите его, пожалуйста. Нет, 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 нет. Отдыхай. Да, в принципе, мы обошлись малой кровью, можно сказать, и у нас все даже более чем замечательно. Паразиты. Класс. Личан. Отдыхай. Спиди. 2 и синя 3. Ты куда ты пошел? Синя, лечись. А чё у тебя у вас? Мышечный паразит, окей. Ладно. Если вы говорите, что не заняты, то значит мышечный паразит не так летально. И пускай. Окей, водяные генераторы изучены. Теперь мультианализаторы по-хорошему надо изучать, но пока у нас золота нету, поэтому скоро свадьба. Ура, это не может не радовать. Давайте мы сейчас из мебели поставим вот место проведения свадьбы. Свадьба будет здесь. Так, окей. Сколько у нас еще? 88. Ага, замечательно. Посмотрим. От 7 до 32 градусов. Ну сколько? 13 градусов. Неплохо. А у нас 3... А, 2... 3 самки осталось, хаски. Да? Я об этом не подумал и продал случайно самцов, да? А! У нас вылупились яйца? Одно яйцо точно. Вот у нас скоро... Мы можем поглядеть, у нас уже индюшек стало больше. И смотрим на яйцо. 97% осталось. 99, 100. Есть. И должно вылупиться скоро. Все, вот оно.
Наш индюшонок. Замечательно. Смотрим по обитанцам. И нужно будет ограничить, думаю, области. Имеющий доступ индюшатник. Вот до таких пор. Вот до сих. И так как у нас открылись по энергии, у нас доступны водяные генераторы. Ух ты, какая она большая. Я даже не предполагаю, что это настолько большая дура. Пусть вот здесь вот будет стоять вот таким. Угу. То есть нам вот здесь вот выгоднее будет всего поставить. Поэтому, вот когда эта всю часть надо выкопать в скором времени. Перемень, займись этим. А, нет прохода. В смысле нет прохода? В смысле? Крок сможет. Как это работает? Ладно. Ладно, добывай. Теперь нам нужно взять гранит и вот так вот его застыковать желательно. Также нужно будет в любом случае проводить энергию, поэтому сделаем хотя бы на время, хотя нет ничего более постоянного, чем временное. Стоять. По энергии. Кабель. А, все проложено. Таким вот образом. Я хочу просто посмотреть, как он выглядит и как работает. Я знаю, что не риск нервного срыва, но, блин. Три компонента всего осталось, то есть нет ничего. И есть. Генератор есть. Стой, пельмень, я хочу проверить. Ты сможешь туда пройти? Нет. Вот так вот, встать на нее. Нет, все, замечательно. Все. Может быть свободен. Минерал выработан 1100 киловатт. А ты сколько? Потребляем мощность 2900 ватт. Охренеть. Еще вот здесь вот я смотрю, тоже ровное пространство. Тут тоже можно будет ее поставить. Агрессивный лаборатор Ротвейлера. Охренеть просто. Ладно, пельмень, спи. Ричан. Пиола. Так, Ричан начал револьвер сюда. Спиди, окей. Хотя спиди понадобится. Осенняя. Дробовик. Босс. Лук. И Кроуз дробовик. Сюда. Не, ты бы нужен был бы, но у тебя слишком все плохо. Хотя ты отдохнул. Давай, Хаски, я в тебя верю. Вот это атакуйте. Смерть питомца, это плохо. Разбежались. Спиди. Давай. Бегай. Возможно, я жестоко поступил, но они двоих наших положили. Нормально все и нормально все. Замечательно. Я понимаю то, что у нас двое теперь выведены из строя, и с этим никуда... В смысле, кто пиво выжил? Кто выжил пиво? Было больше пива, ребят. У нас слишком много еды, ребят. Очень много. Я не даже думал, что ее настолько много будет. Крокус, возьми дробовик. Если можешь ходить. Я понял, что нам нужно сейчас огнестрел изучать. Чтобы мы начали сами уже огнестрелы. Давайте мы построим могилу. Чтобы мы похоронили Апачи. Пожалуйста, кто-нибудь, похороните ее, принести. Спасибо.